Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня тема нашего видео – это двухэтапная аутентификация. Она необходима нам для защиты нашего аккаунта. Сейчас я вам расскажу, что это такое и для чего это делается. Как включить двухэтапную аутентификацию? Что для этого необходимо сделать заранее? Это зарегистрировать обязательно свою сим-карту по паспорту. То есть ваша сим-карта должна быть вашей личной и зарегистрированной лично на вас по паспорту. Если вы потеряете телефон или у вас его, не дай бог, украдут, то вы сможете ее восстановить. Для чего нужна эта двухэтапная аутентификация? Для дополнительной защиты вашего аккаунта, почты и канала YouTube, так как все это связано. Если подберут пароль к вашему аккаунту, то без подтверждения вашего телефона дальнейшие действия будут бесполезны. Вот обратите внимание, я сейчас нахожусь в творческой студии, и как видите, сам YouTube предлагает мне включить двухэтапную аутентификацию. Идеи для вас: защитите свой канал. Ваш канал уязвим для хакерских атак. В целях безопасности рекомендуем перейти на двухэтапную аутентификацию. Можно включить двухэтапную аутентификацию через Google. Вот видите, в правом верхнем углу у нас расположены вот такие вот 9 точек приложения Google. Нажимаем, заходим в свой аккаунт. Открывается у нас вот такое окно. Нажимаем «Безопасность». И вот здесь вот можно включить свою двухэтапную аутентификацию. Я уже включил ее, и сейчас я вам покажу, как ее включить через творческую студию YouTube. Здесь можно пройти, нажав вот на эту вот кнопочку, нажимаем на нее и переходим сразу же на двухэтапную аутентификацию. И здесь что написано: защитите свой аккаунт с помощью двухэтапной аутентификации. Каждый раз при входе в аккаунт Google вам нужно будет вводить пароль и код подтверждения. Примите дополнительные меры безопасности, введите пароль и уникальный код подтверждения, который был отправлен на ваш телефон. Не дайте злоумышленникам завладеть им. Даже если кто-то узнает ваш пароль, этого будет недостаточно, чтобы войти в ваш аккаунт. Ну что ж, давайте нажимаем «Начать» и посмотрим, что будет далее. Если хотите, вот здесь вот можно нажать «Подробнее» и прочитать все более подробно. Нажимаем «Начать». Вот, как видите, меня просит ввести пароль, что я сейчас сделаю за кадром, и потом нажму кнопку «Далее». Вот в это поле мы вводим номер телефона, я его спрятал. Никому никогда не давайте свой номер телефона. И тут предлагаются нам варианты, как вы хотите получить код. Через SMS или через телефонный звонок. Можете выбрать другие варианты с помощью электронного ключа, используя электронный ключ, небольшое устройство, которое позволяет входить в аккаунт. Либо уведомление от Google. Входить в аккаунт, нажимая «Да» в уведомлении от Google. Мне же нравится больше вариант получать код по SMS на телефон. И теперь я нажимаю кнопочку «Далее». Открывается у нас вот такое окно. И здесь подтверждение номер телефона. Мне на мой номер телефона должно прийти код подтверждения. Вот в это поле необходимо ввести этот код, который пришел вам на телефон. Что я сейчас и сделаю. И теперь мне осталось нажать кнопку «Далее». Получилось. Включить двухэтапную аутентификацию. Вы увидели, как работает двухэтапная аутентификация. Хотите включить ее для своего аккаунта Google? И дает мне мой адрес моего аккаунта. Я нажимаю кнопку «Включить». Все. Двухэтапная аутентификация моего канала включена. Все делается, как видите, легко и просто.
и теперь мой аккаунт защищен. Подписывайтесь на мой канал. Если кому-то понравилось это видео, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.